Радий представити постійного гостя нашої студії, тренера з публічних виступів Сергія Стожука. Доброго ранку вам. Дякую, що доброго ви з нами. Ранку. Сьогодні говоримо про 5 трендів сучасного публічного виступу. І в першу чергу, мабуть, виникає питання, все ж таки, які ж це? Відповідно, тренди. Що це таке? Реально публічне виступлення змінилось, як міняється все в нашій житті. І є розроблені 5 інструментів, які реально улучшает современное выступление. Без них современное выступление, оно не будет таковым. И на самом деле надо их назвать. И самое главное – это зрительный контакт. Без зрительного контакта реально выступление ваше не будет таким эффективным. Второе – это энергия. Третье – это юмор. Четвертое, как мы видим на экране также, это у нас эмоции. Именно ваши личные эмоции будут давать соответствующий результат вашему выступлению. Ну и как бы необычные все эти моменты. Пятое – это истории. Так вот, именно вот эти 5 моментов, которые реально смогут сделать ваше выступление эффективным. И не только эффективным, но и эффектным. Но я так понимаю, что вот такая система для Николаева. Если Одесса, то юмор будет на первом месте. Истории на втором, и потом дальше уже зрительный контакт и все остальное. Я хочу сказать, что по большому счету, это не значит, что нужно их в таком порядке расставлять. Они должны использоваться все. И если вы задействуете полностью все, тогда ваше выступление будет классным. Комплексным и, скажем так, полноценным. Конечно. Но если мы говорим, да, о современных тенденциях, в чем же различие и отличие, соответственно, современного, старого? Потому что, ну, особо-то, я думаю, что и раньше это использовалось. В чем отличие современного? Вы знаете, меняется человек. Все меняется. Меняются тренды, меняется психология, меняется вообще процесс восприятия информации. И как раз именно вот этот комплекс не использовался. Отчасти кто-то из выступающих ранее мог их использовать. Дело в том, что даже не говоря о публичном выступлении, мы слышим современное... Наука, современная живопись, политика, дипломатия. Чем они отличаются от несовременного? Дело в том, что те инструменты, те механизмы, которые использовались ранее, они сегодня уже не работают. Меняется человечество, меняются инструменты. И то, что было эффективно в 13 веке, в 15-м, и более того, даже, казалось бы, в 80-х, 90-х годах, сегодня уже не работает. Человек привыкает. Нет, вы знаете, очень много играет роль не только психология, но и техническое развитие. У нас уже появляются соответствующие технические средства, которые меняют. У нас переизбыток сейчас информации. Сейчас человек не может воспринимать всю информацию, которая есть. Он выбирает наиболее яркое, и чтобы это яркое было, нужно использовать вот эти вот 5 трендов, о которых я сейчас сказал. То есть, по сути, нужно акцентировать именно на том, на чем хотелось бы сакцентировать, и, соответственно, чтобы на этот гачок, скажем так, информационный, подсадились наши слушатели. А если мы говорим все-таки, я думаю, что сегодня стоит остановиться на одном из пунктов, потому что все нереально их будет охватить. У нас, напомню нашим телезрителям, будет целая серия наших разговоров в эфире. Предыдущие разговоры можете посмотреть на нашем канале в YouTube. Сегодня, наверное, первый пункт, так как он стоит, зрительные контакты, стоит на нем и остановиться. Но, если мы говорим о самом тексте, недостаточно ли просто интересного текста, насыщенного информационно, потому что даже там, обучая журналистов, ведущих и так далее, всегда говорят, что хороший фактаж всегда будет цеплять публику. Хороший вопрос, и очень частая ошибка как раз выступающих новых в том, что они опираются на текст. Да и подготовка, по большому счету, сводится и сегодня. 99% это написание текста, а если не написание текста, то подготовка слайдов. Нельзя научиться выступать, не выступая, поэтому соответствующая подготовка позволяет работать лучше. Хороший текст, актуальный, его могут слушать 5-7 минут. Цикл внимания современного человека, к сожалению, уже сжался до 7 минут. И больше 7 минут, вас безнаказанно слушать не будут. Поэтому вам нужно обязательно включать вот эти вот моменты, которые сейчас они видны на экране. Без них вас слушать не будут. Зачастую люди переоценивают важность своих текстов. Кроме того, нужно знать о том, что зрительный нерв, он 50 раз толще, чем слуховой. И даже то, что я сейчас вам говорю, если бы вы не видели, а только бы слышали, это было бы только 10%. Поэтому нужно показывать себя и нужно держать связь с людьми. Зрительный контакт, в чем его ценность? Вы вообще, грубо говоря, все выступление начинается с зрительного контакта. Вы начинаете с него, вы еще не произнесли ни одного слова, вы начинаете его и этим вы заканчиваете. Зрительный контакт вы поддерживаете постоянно, сколько бы аудитория ни была.
И здесь, кстати, я хотел бы сказать, что часто есть заблуждение, что публичное выступление – это тренинг, это лекция или что-то вроде этого. На самом деле все гораздо шире. У нас сейчас утро и рабочий день. Совещание – это публичное выступление. И насколько начальник, руководитель использует эти приемы, настолько будет эффективно его выступление. Это переговоры, это представление своего проекта. И насколько вы будете, опять же, использовать эти новые вещи, настолько вы будете конкурентное, вы будете иметь такое конкурентное преимущество перед остальными. Чтобы именно вы победили, чтобы именно вас выбрали. У нас идут выборы. Без этого никуда. Убираем вот эти пять моментов, какой бы ни был бы авторитет и материальная заинтересованность, вы не победите. Вот и все. Еще хотелось бы отметить, что когда вы выступаете, вам нужно обязательно иметь контакт со всей аудиторией в процессе. Зрительный контакт должен приближаться к 100%. Но 100%, да, это имеется в виду аудитории или все время просто смотреть на публику? Потому что текст все равно надо подсматривать, скажем так. Или тут надо его просто зазубрить или знать какие-то тезисы, как здесь быть? Вы очень хороший вопрос затронули, возможно, случайно. Вы опытный человек, поэтому, возможно, это не было таким. Комплимент засчитан. Вопрос в том, что у нас проблема в чем? У нас проблема, как же я могу четко выступать, если я буду отрываться от текста? Ну да. Вот мы видели здесь наших выступающих 80-х, 90-х годов. Как оно выглядело? Человек выходит на трибуну, перед ним лежит листочек, он одевает очки и читает. Влияние ноль. Поэтому, чтобы такого не было, нужно использовать какие-то приемы. Зубрение не проходит сегодня. Во-первых, как бы вы хорошо бы его не заучили, вы в любой момент можете забыть. То есть, по сути, мы можем сказать, что поменялась психология восприятия, потому что если, например, берем советское время, было восприятие какое? Что если человек читает с бумаги, если у него очки, то значит что-то умное, что-то то, что проверенное, написанное. То есть он читает, скажем так, не от себя тяну, говорит какой-то, а читает то, что проверенное и ему дали, скажем так. Сегодня, по сути, человек тогда верит личностям или как? Личностям всегда люди доверяют. Но если мы говорим об информации, мы же говорим, чтобы наши зрители могли улучшить свое выступление. Так если вы, не будет у вас актуальная информация, но вы не будете иметь контакт с аудиторией, у вас КПД падает. Мы же выступаем не ради выступления, мы выступаем для того, чтобы повлиять на аудиторию, чтобы они что-то сделали, что вы хотите. 99% современных спикеров не ставят цели своего выступления. А так, чтобы ее добиться, нужно поддерживать зрительный контакт максимально. А чтобы не забыть текст, его не надо учить. У нас есть соответствующая, очень современная система подготовки, и она занимает меньше времени, она более эффективна, и она приносит нужные результаты. В данном случае нужно запоминать основные моменты плана, и все. Остальное должна быть ваша импровизация, но обязательно тренировка. Но это не нужно зубрить, это не нужно тратить много времени. Перед серьезным выступлением, допустим, на 10 минут, достаточно час подготовки в один день, час подготовки в другой. Все, не нужно зубрить, и это будет все очень хорошо. А если мы говорим, да, о тезисах или запоминать какие-то ключевые моменты, как лучше всего тогда разбивать свой текст? Как в младших классах учат, да, простой план, то есть по пунктам пункты разбивать, какие-то им названия давать и так далее, как? На самом деле мы уже выходим за рамки того, что я хотел сказать. Есть несколько, скажем так, у меня есть таких 4 современных планирования своего выступления. Все зависит от времени и продолжительности вашего выступления. Лучше всего вы со мной не сможете читать, вы не сможете брать текст и читать. И хотел бы сразу обратить внимание зрителей, что письменная и устная речь, они даже находятся в разных частях головного мозга. Письменная речь, какая бы она красивая ни была, она не будет ложиться на уши ваших слушателей. Вам нужно не использовать депричастные обороты, короткие предложения и паузы. Письменная речь может предложение быть на 20-25 слов. Это не воспринимается человек. Вы просто будете впустую тратить свои вещи. Вот план, смотрите, вот так вот может выйти выступление на 20 минут. Вы можете знать, ага, о зрительном контакте, говорю о зрительном контакте. Энергия, ага, нужно сказать об энергии, юмор, все. Если вы будете каждый раз глазами возвращаться к своему тексту, оно будет неэффективным. Я из личного опыта вам скажу, я тоже не сразу научился. 99-й год, 17 декабря. Я выступаю, передо мной серьезные люди, замминистры и так далее, и тому подобное. Я стою на трибуне, у меня листочек и очень хорошее подготовленное выступление. Я его читаю красивым голосом и так далее, и слышу, что меня не слушают. Кто-то слушает, а большинство, это было праздничное, выпускное, магистратура управления, выпускались, и люди не слушали.
У них было интересно. Они встретились, родные, близкие приехали и так далее и тому У них подобное. другая, скажем так, атмосфера. Но мне повезло, так выступали все. И сегодня выступают практически все. Но вышел замминистра Ануфриев, замминистра Министерства внутренних дел. И у него как бы, он не готов, он знал, что говорить. И он от себя вышел за трибуны, за которые стояли все. Он просто обратился к людям, он рассказывал. Его выступление было по продолжительности такое, как и у всех. 5 минут. Но реально оно легло в души всех. Угу. Все замолкли и слушали. Потому что тяжело разговаривать, когда на тебя смотрят. Ты должен смотреть тоже на выступающего. Угу. Если вы сфокусировать внимание хотите, вы должны незримые ниточки натянуть с каждым и поддерживать постоянно. Не надо опускать фланги, не надо отпускать галерку. Со всеми нужно это делать. И действуйте так же самое и вы. Именно таким образом, именно такое современное выступление. Сегодня аудитория очень требовательная. И если вы хотите, чтобы вас слушали, если вы хотите, чтобы вы добились результата, ваше выступление должно быть именно таким. Вот так, друзья, сейчас незримые нитки натянулись между нашим утренним гостем и всеми вами через ваши телеэкраны. Вам спасибо большое. Как всегда, эффектно, интересно. Я надеюсь, что в следующий четверг снова-таки увидимся, поговорим о том, как проводить свое современное выступление. У нас еще осталось 4 пункта, о которых стоит поговорить. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам.